Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаем Мафию 3, и я думаю, что уже в ближайшее время мы захватим этот кусочек территории в свои лапулечки. Ну что ж, давай перетерем, братиш, пару вопросов. Чё ты такой улыбчивый весь, довольный чем-то? Чему радуется, непонятно. Так, только не говори мне, что не хватило. Блин. Похоже, реально не хватило, да, немножко? Сколько там еще? Ну вот, ошибись, 550. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. По-моему, если не ошибаюсь, где-то в заведениях, да, всяких злачных местах, была такая темка, что стояли ребятишки как раз-таки с тем, что мне нужно. Давай самую скоростную точилку. Блин, так удар, я не хочу ехать. Знаки. Сейчас где-нибудь найдем какую-нибудь чувачка. Как опять ее паркуешь, а, чувак? Ужас, ужас. Невозможно с такими утырками работать. Паркует просто отвратительно. Так, вот там что-то есть интересное. Надо, пожалуй, поставить жучков, чтобы хотя бы хоть как-то знать вокруг, что происходит, где кого почем. Опс. Текс. Коммутатор. Отлично. Тачка, блин, резвая, капец. Того и гляди, влетит во что-нибудь такое эдакое. Текс. Готово. Отлично. Теперь я хотя бы буду знать, что в округе есть у нас. Оте-поте. Ну вот, собственно, мне бы сюда вот. Полностью назад, да? Окей. Это хорошо. Что я узнал? О, метка поставилась. Шикарно. Упс. Тысяча извинений. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы были в машине. Какой кошмар. Бывают же такие оплошности. Так, сек. Ну вот магаз, да? А с чем магазин мусора, что ли? Нет. Ставим точилку здесь. Да не-не-не, тебе показалось, братиш. Нет тут никого. Блин, ничего нету, да? Из того, чтобы меня заинтересовало. Только хлам. Эй, дружище. У тебя интересная фишечка есть. Называется «Умри». О, тебе господи. На, вызови-ка себе скорую лучше. Он то полицию собрался вызывать. Совсем страх потерял. Так, это что у нас? Черный рынок. Это я уже забрал себе, да? Во владение. Что ж, надо кружок позора сделать. В надежде, что я встречу что-нибудь такое эдакое. Противозаконное желательно. Чтобы потом это все разломать. Ни одного что-то ни бандита не видно, никого. Капец, как так-то? Вот те-поте, на ловца и зверь бежит, да? Какие люди в Голливуде. Это здесь вход. А этого я должен каким хреном увидеть, мне интересно. Так, ну-ка заткнись. Фикс. Что тут у нас? Имеется в наличии тыдыщ, тыч, тыч. Готово. Чё? Всё? Хватило? Ну ты пути. Какое счастье, а? Я уж думал, у меня не получится. Мне фартануло. Тик, поехали. Вперед. Блин, тачка чересчур резвая для меня.
Не успеваю реагировать на происходящее. Стоямбо. Так. Поехали. На второй этаж, хотя даже не знаю. Вроде как второй, но на самом деле крыша. Что парадоксально. Однако. Ну вот. Собственно, разделение, да, на второй этаж. Ну, ты по-прежнему будешь такой же довольный, как и до этого? Или все-таки перейдем к делу? Так. Да ладно. Какое счастье. Ого. Да ты чё? Отлично. Опять надо поговорить. Нежно и аккуратно, да? Окей. Ну ладно. Пойдем. Посовещаемся на эту тему. С несчастным. Терпилой. Речь. Блин, если, конечно, повезет, я сразу проберусь к главному боссу и мочкану его. Это будет вообще супер. То, когда мне приходится расчищать путь, особенно если очень долго, то это, конечно, напрягает. Так как смысла-то никакого нету в этом. Ой, дети, бешеная машина на дорогах. Не видите, что ли, а? Тикс. Блин, сара. Сильно капишевать нельзя. Тут начнется кипиш, паника, истерика, погоня за мной. Это нехорошо. Так, знакомое место. Однако. Где босс? Ага. Да, реально знакомый здесь был. Шумел уже. Разок-другой. Там другой есть вход. Более интересный. Так, он наверху. Здесь все будет хорошо. Так, сейчас первый любопытный получит свою порцию добра и ласки. Так, с этим будет посложнее. Но все равно можно. Сложно, но можно. Тихо, тихо, мужик. Давай, давай, спускайся. Не стесняйся. Ха. Удивительно, что так лоханулись. Как серьезно, он чапает, да? Какой долгий путь проделал, нифига себе. Сейчас зайдет. Еще чуть-чуть. Оба-на! Красавчик. Давай, давай. Заходи к нам в гости. Не стесняйся, заходи. Непонятно, да? Кто куда идет и где. Вот этот, по-моему, спускается. Потом этим посвистим. Ты куда пошел-то? Сюда иди. Опа. Вот так вот. Спускайся, спускайся, не стесняйся. Сейчас будет все чеки-поки. Просто немножечко умрешь. Разочек другой. Так. Спускается, братиша. Он как писит кипятком. Улыбнись. Ну блин, дозорен, давай иди сюда уже. Хоры вокруг да около ходить. Я тоже с тобой поговорить хочу. О, целая коллекция, ребят. В любой позе. Так. Хлобысь. Давай пополним коллекцию. Есть. Эффект.
Так, здесь почти все перебиты, ребятки. Что там, бабки что ли были? Мистер Пералт, пожалуйста, я просто не имею деньги сейчас. Этот фукер Кун, он был... Он выиграл эту игру. 16. Может, я должен представить тебя как дочь или ассоциат. Что? Он мог поставить Венди на вайк. Settle what you owe in no time. Интересно, заинтересуется он один или нескольких? По одному, конечно, будет веселей. Посмотрим. Сюда иди, мужик. Тихо-тихо. Опа. А вы следующий? Одному уже стало весело. Так, здесь никого нет, да? Блин. Алена? Да ладно. Вы издеваетесь. Тихо. Просто сдохни. Опа. Лопухнулся мужичок. Сейчас я успокою братишу. Сейчас охереет от того, что его ждет. Ну как тебе, дружище? Весело? Представляю, как он испугался от детской такой неожиданности. Блин, теперь надо вспомнить, кому я вообще этот район отдаю. По-моему, зеленым. Все время плакался, что ему, видите ли, ничего не отдаю. Бизнес у Трамвьена под контролем, да. Ему отдаем. Хотя, в принципе, я бы не прочь ракетницу взять. Окей. Так, готово. Самое интересное, блин, вроде и мафия, и все такое. А на разборку и все прочее езжу я сам. И либо по жетонам нанимать бригаду шумную, либо за деньги, весело. Какой же я глава мафии, блин? Или хотя бы член этой мафии? Капец. Просто пешка, по сути. Ужас. Да. Так. Что тут у нас доступно появилось? Ну, надо же. В каком неожиданном месте, да? И как всегда все близко. Я прям поражаюсь этой близостью. Как они любят меня так... посылать мне в тьму тараканьку. Ужас просто. Так. Поехали. Опа. Стоять. Вот, отлично. Вау. Все равно стукнул машинку. Ничего личного. Просто не удержался. С кем не бывает. Блин, если бы, наверное, на каком-нибудь драндулете ехал, я чувствую, я бы тут полдня потерял на все про все. А так на такой дерзкой тачке-то, иха! Одно удовольствие. Хотя не знаю даже, если в этом удовольствие. Если на такой скорости влететь, то ни одна подушка безопасности не поможет. Просто в пельмешку соберешься. Маленькую такую пельмешенцию. Мясистую. И все. Так, опять к этому типчику. Живущему в отеле, да? Живущий и жирущий в отеле. Чего такое там? Что он делает? Анонирует, что ли? Ужас. Так, опять посылают. Туда же. Возьмем тачку поскромнее. Икс, поехали. Ничего себе, да? Ну вы поняли, что я хотел сказать. Я просто пытаюсь сдержать свои эмоции от увиденного. 3 километра, ёшки-матрёшки. На этом драндулете ехать. Кошмар. Как так-то? Как теперь жить?
Ужас. Просто ужас. Ну ладно, попытаюсь как-нибудь приноровиться к этому чудовищу. Что поделать? Хм. Опа. Так, стоять. Неплохо идет машинка, в принципе, да? Хорошо так уверенно выходит все в заносы, повороты. Отзывается руль на малейшие изменения угла. Шикарно, блин. Прям таки можно обзор на машинку сделать. Качественный тачка, покупай. Будь мужиком, да? Покупай тачелку. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! В ржавое корыто врезался. Ну, ёкерный бабай. Что поделать? Бывает. Так, по воде я, наверное, не смогу, да? Я так чувствую. Там меня крокодил, если зажамкает, то все капец. Хотя по прямой можно было бы. Надо лодку. Однако. Вау! Осторожно, я еду. Мужик, ты меня напрягаешь. Просто знай это. Как бы эти колеса прострелить. Хоп. Машинка сломалась, чувака. Вот о тебе. Не будешь мне мешать ездить. Экс. Шикаренько. Все сделал шикаренько. Надо же, даже бампер сам, офигеть. Вот это качество, а. Ничего не скажешь, не то что пластик. Ну ладненько. Посмотрим, что меня ждет дальше. Экс. Да, я вспомнил, что здесь мега убийственные кусты. Блин. Теперь уже не все так круто, да? Называется, в кусты ударился. В машину врезался, ничего не произошло, а в кусты сразу вон какое мемесиво. Ау! Что такое? Ой, чё это так все испортилось? Резко ночь настала, нифига себе. С плохой погодой причем. Машина сдохла. Шикарно. Что такое? Так, в этот очили кто-то есть. Так, умри, мужик. Просто немножечко умри. Ничего личного, просто умри. Все, больше потеть не будешь. Я спас тебя от пота. Немножечко сломав тебе шею. Иди сюда. Не стесняйся. Опа. Hey, bro. Hey. Иди сюда. Okay? Тут fuck. Весело будет. Maybe I should look over there. Вот это нежданчик. Что он решил тут пойти? Ну, не помогло. Один фиг. Так, там Альвареса активно прессуют. Рихтуют всю морду. Так, улыбнись, говнюк. Понравилось? Теперь моя очередь. Ути-пути. Да ты что? Ха.
You were the one who wants to kill me. I wasn't trying to kill you. I was trying to find you. Your uncle. He sold you out. He ain't coming to get you. You're lying. Hey. I spoke to him. He said he was sending a boat. Да-да. Пришлет, как же. As soon as you got here, those grease balls showed up. Зарага called Markov, told him where to find you. Вот это поворот, да, мужичок? I must find a phone. Jesus, man, there's no one for you to call. Marcano is never gonna let you out. He's gonna use you, and when he gets what he wants, he's gonna kill you. The only shot of getting out of this alive is me. Задачка. You want from me? Tell me where Marcano's counterfeit operation is set up, and we're square. Everything is in a boxing ring. Ох ты, где боксерский ринг? Надо же. That's all I need to know. Come on. It's time we got the hell out of here. Where are you taking me? I know someone who can get you out of the city. Make sure Marcano doesn't find you. Чувствую, так просто вряд ли мы уйдем. Ну. If you want to live through this, stick close to me. You understand? Весело будет сейчас, чувствую. Повеселимся. Зашибись опять. Музыку включили. Тик-тик-тик. Поехали. Блин, что-то я тупанул, выскочил. Держи, мужик. Блин. Вот черт. Я не знаю, что они бросили, но это вряд ли что-то доброе. Тикс. Давай поднимись. Козёл, а? Держи, мужик. Горючка. Все, погнали. У нас есть горючка. Ай-яй-яй, себя-то чё? Себя-то я чё не берегу? Ну-ка, тачку маленькую поджарим. Да не получается. Хрен с ним, прыгаем в тачку. Садись, чувак. Такс. Всё, надо скрываться, что есть сил. Так. Сваливаем, не знаю, целое, нет. Вроде все на месте. Колеса не спустили. Что уже, кстати, в принципе, радует. Встречку. Конечно же. Какие могут быть сомнения? Эй. Ёптя. Да вы говнюки, блин. Умрите. Так, кстати. Садимся в эту тачку. Погнали. Я думаю, здесь самое то будет. Чё, она не едет? Не обязательно взять машину Альвареса. Да она никакая, блин. Да выгляди сейчас за... Заглохнет в любой момент.
Все, все не хочет. Блин. Так. Кстати, это приедет. Сейчас оно, кстати, бабки выкину. Все, пошло вон. Тикс. В смысле, там еще и тачка осталась? Окей. Ну ладно. Вы не шутите, посмотрим, что у него за тачка там осталась. Я всех убил. Или нет? Есть кто живой? That was the last of them. Yeah, well, keep an eye out anyway. Так. You could have killed me. Put a bullet in my head and still fuck Marcano. Хорошо, и как мне пробраться внутрь? Why didn't you? Just didn't sit right. Look, you didn't do anything to me. Well, as I can tell, you're just another person in the long line of folks Marcano's fucked over. Так не прокатит. Sometimes it's as simple as that. Okay. Ты можешь прокатить такой варик. Okay. Thank you. Нет. Такой тоже не прокатит. Блин. Времени мало. С этой машины меня еще прокатали. Так вечно, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Однако. Ладненько. Погнали. Счетчик капает. Самая классная тачка, но что поделать? Лучше, чем ничего. Икс. Интересно, бандиты мне еще встретятся, нет? На моем пути. Вполне возможно. Ух ты, их сколько там было на синей точке. Обалдеть. Серьезное дело. Так. Эй. Чувак, ты чуть меня не врезался, блин. Нельзя же так. Будь такой бякой-букой. Ауч. Однако. Посмотрим, что меня дальше ждет. Марихуана, да, там. Видимо, новые задания будут. На эту тему. Опа. Отлично. Не улетел с траектории, уже хорошо. Тикс. Да, мне интересно, приведет эта дорога. По воде было бы лучше, ну ладно. Чуть я не помню, чтобы я здесь проезжал. Однако. Вау! Блин, я так и знал, что я обязательно стукнусь. Вообще ни капельки не сомневался. Тикс, блин, опаздываю. Ну, по идее, должен успеть, не знаю. Смотрим. Новую машину, даже если скоростную закажу, не факт, что мне это хоть как-то поможет. Я могу во что-нибудь врезаться и простоять. В пробке. Эдэйщ. Отлично, собрался в кучу. Икс. Заранее выруливаем. Ух. Теперь еще в другую часть острова попасть. Обалдеть. Так, хорошо, что можно так вот срезать. Это вообще просто булочка с изюмом. Тикс. Почти, почти дошел. Фух. Я уж думал, сейчас как шоркнусь об нее хорошенечко от всей души. Так, шоркнусь. Вот куда ты, а? Вот. Ты либо ехай, либо не ехай. Кто едет, блин, встал посередке неуверенности. Засранец. Чуть-чуть осталось. В принципе, должен уложиться. Должен. Все должно быть хорошо. Окейшки. Тик. Посмотрим. Ошибись. Еще одно препятствие на моем пути. Блин, гоню, что есть силы. На красный, что поделать. Особо нечего удивляться, почему у меня врезался. Господи, она еще ездит.
За такие деньги она еще и ездит, да, обалдеть. Однако. Ну вот, я почти на месте. Все хорошо. Пока что. Опа. Икс. Отлично, я прибыл. Давай, шевели батонами. Бедолага. Лэган. Да, действительно, что происходит? Опа. Поможем им немного. Что, его отремонтировали? Нифига себе. Вот это сервис. Ну так, слегонца. Так. Встретиться насчет Томми Маркана. Поехали, встретимся. Почему бы и нет. Икс. Опа. Неплохо. Прямой можно? Нет, нельзя. Блин. Это да. Это я аварию создал. Серьезно. Что поделаешь? Приходится искать короткие пути. Так, все, тачка, это все, это она уже приехала. Надо валить. Блин, да ты чё? И лодок, да, нигде нет? А нет, есть. Вижу, вижу. Так, ну прыгать я сюда не буду однозначно, это стопудовая смерть. Так, что это? Так, я думаю, смогу доплыть. В принципе, потому что иначе только по мосту. Приличный крюк делать. Так, поплыли. Отлично. Где тут другая пристань? Вот она, в принципе, наверное, большая вот эта. Да, маленькой нету. Ну, будем импровизировать, что поделать. Да? Посмотрим. Вот и лестница. Здорово. Все прекрасненько. Чем могло быть иначе, да? Икс. Отлично, я на месте. Так, старый добрый грузовичок. Ну, давай пообщаемся. Почему бы и не, да? Оп. Томми, какой ужас. Так. Действительно. Развлекайся. Развлекаешься тут, однако. О, это моя тачка, которую я бросил. Нифига себе. На этот раз они не стали чинить. Ну ладно. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.